Кто-то однажды мне сказал, что жизнь — это попытка не быть одиноким. Словно бомба разорвалась в моем разуме, и все кусочки разлетелись. Каждый раз, когда я пытаюсь собрать кусочки вместе, что-то не сходится. И постоянно есть что-то, кто-то, какая-то мрачная тень ждет меня. На его лице написано все, что я когда-либо сделал не так. Тебе нужно позволить мне быть тем, кем я должен быть. Я не тот, кто умирает. Я тот, кто убивает. Воспитатель. Скоро на ВХС.